Приветствую всех, сейчас на канале, с вами снова Девджон, и мы продолжаем зимнюю зону нашу, зимний снайпер. Холодные хроники, как называется, понятно. Вернулся я на это здание, сейчас будем, наверное, в портал. Портал нас принял. Портал нас принял, уже чаёк. Блин, выпуск называется. Я облутал свои тайнички. Тайнички свои я облутал. Здесь мы сохранимся и будем, блин, надо искать. Где? Где, спрашивается? Я вот не понимаю. Я телепортнулся сюда. Что я здесь должен искать-то? У меня защита, кстати, хорошая. Ой, блин, я без аптечек. Гениально! Просто гениально! Я без аптечек. Чё я, блин, должен найти-то здесь? По-моему, я этот артефакт забрал и все. И что мне делать теперь? Давай. Еще раз. Будем его искать. Потому что я так понял, там тайник надо найти, вот, блин. А, вот он тайник, блин, вот она первая часть этого. Сия безобразие. Так, Барс, компонент артефакта у меня. Гарм, отлично, брат, сейчас артефакт должны трансмутировать в ледяное пламя. Жду тебя с ним. Что это было? Опа, военные. Зашел я посмотреть на ледяное пламя. Очнулся? Это хорошо. Вот кто, значит, так упорно мешался у нас под ногами. Ну ничего, это ненадолго. Как звать тебя, сектант? Отвечай быстро. Барс. Кто вы? Здесь вопросы задаю вам. Я. Итак, при тебе мы обнаружили артефакт ледяное пламя. Как раз то, что нам нужно. Я знаю, Барс, о том... Барс, о том... Что он, на что он способен? Меня же интересует только одно. Как им воспользоваться? Привожу к твоему сведению, что попытка сопротивляться чревата последствиями. Артефактом охотится синдикат наемников. Не думаю, что они оставят вас в покое. Наемники, брось, это отличные бойцы, имеющие богатый опыт выживания в условиях зоны. Они лишь выполняли свой контракт. И хотя не все пошло по плану, и в конечном итоге мы получили то, за что заплатили, но довольно. Итак, как же нам пользоваться этим артефактом? Не знаю я. Ну да, такой... Блин, чётко. Допрос прям. Итак, теперь что ты скажешь? И дальше будешь продолжать игру молча? Сказал, не знаю. Я скоро не захочу еще раз. Я не знаю. Знаю я. Вот оно как. Значит, хочешь по-плохому. Вот что сейчас произойдет. По направлению к базе Монолита отправится вертолет под завязку набитый спецназом. Мы разнесем вас в пух и прах. Конечно, пару пленников мы захватим. Они-то нам и расскажут, что и почем касательно артефакта. Как ты понимаешь, мы в любом случае получим свое. Разница ли в том, сколько ваших при этом погибнет? В твоих силах это выбрать. Прости к дьяволу. У меня нет времени болтать. Блин, найти способ выбраться из праздничной. Что, у меня все отняли? Не, у меня все есть. Фу, я уж подумал, что как бандиты, типа, все у меня отняли. Эй, чуваки. Что с вами, можно поговорить? Вы со мной не будете разговаривать? Спросите лучшего капитана. Спросите лучшего капитана. Хорошо, иду я к капитану. Капитан. Вот этот капитан, да? Нет? Я думаю, капитан. Капитан, капитан, у вас ничего нету. Капитан. Лейтенант. И капитан. Лейтенант. А, вот капитан. Записка военного. Оп, можно спереть, да? Можно спереть, оказывается, записку военного. Черт, как же холодно. Нужно будет приказать нашему летехе заделать листом жести. То окно на втором этаже. Задавая через него неимоверно. Хотя, если так посмотреть, определенный толк от этого есть. На медне ворона залетела. Знатная получилась тогда похлебка. Чё? Где главный?
А ну говори, где главный? Ну, покажите мне главного. Где главный? Генерал улыбается. Капитан. Спросите лучше у капитана. Капитан. А то ты дальше. Я что-то его немного спрашивать у меня по роже. Нечего мне в зоне да. делать. А он... Мне нужно просто выйти из прачечной. Ну хорошо. Зато я знаю, что там дыра наверху, на втором этаже. Знаешь, через нее можно вылезти. Да, чувак, ты ее охраняешь. Стоять! Далече собрался сектант. Капитан послал меня заделать окно на втором этаже, говорит, задувает сильно. Да, действительно, холод неимоверный. Хорошо, проходи, хоть какая-то тебе польза будет. Предмет. Обалдеть. О, какой у тебя. Товарищ прапорщик. Хватит анекдоты. Не торезим. А? Все, мужик, отойди. Эй, йо, чувак. Ля-ля-ля-ля-ля. Какое из окон мне надо заделать? Дверь заперта. Кто это там? А, это тот мужик, который меня допрашивал. Понятно. А это такой хлоп и через окно. Гениально. Сообщить Гарму о происшествии. Ну-ка. Меня ничего не отняли, все оставили. Красавцы, что могу сказать? Еще арт я рядом. Сейчас найду. Если меня кабан не сожрет. Кабан меня обязательно сожрет. Насколько я знаю, кабанов. Ну что, он где-то в гараже. Сейчас надо будет кое-как еле-еле пролезть мимо всего этого. И что это, зелененькая рыбка? Пузырь. Радиация минус 4. О, отлично. Термозащита. На что восстановление сил. Отлично. Пси-защита. У меня все уже, да? Минус 4. Тут плюс 3. И все. Там ничего нет. Было бы круто, если бы еще тайничок был. Ладно, выйду. После... А, я уже не выйду. Стиралочка. Тихо. И за пределы. Да блин, что ж ты будешь делать-то? Я точно. Пить. И все. И нафиг. Нафиг отсюда. Кстати, где я? Где я? Я не буду далеко-далеко отсюда. Карта. Прачечная, да? Прачечная. Точнее, прачечная. Недалеко еще вернуться. Фонарик вырубить. Сохраниться. И бежим, бежим, бежим нафиг отсюда. Продам все. Куплю хорошую пушку. И вообще такой вах. Круто тень. Кстати, больше увеличили, да? Так, допустим, я этот ящик смотрю. Так, это такое же увеличение. У этого безобразия. А, вот этого хреновое увеличение. Зато вот это. Вообще. А, я все патрончики продал, нет? Здесь не продал. Опа! Нет. Странно. Фигня какая-то. Вот я как бы вроде вылетел. А сейчас как-то все по-другому пошло. Мне это не понравилось. Это было слишком все. Он, может, уйти успел, неожиданно. Пока мы телились. Внимание, мозолица сбежал. Нужно срочно его найти. Да ладно вам. Да ладно тебе, блин. Где? Я даже... Опять! Я не знаю, куда прятаться. Да вы приколисты, блин.
Ну-ка, давай. А? Хрень. Как я в прошлый раз-то будет нормально все было? Я почти до дома дошел. Что-то до этого такое не сработало. Я просто пошел домой. Просто вот так пошел домой, мимо гаражей. Почему так произошло? Или стоп? Как раз из-за этого. А, из-за этого все и произошло. Вылет. Да ё-моё. Так, ну и что мне делать? Мне отсюда выбираться. Отца, прыгай, давай. Ленивая. Ленивая хрень. Так, а если я так сделаю? Черт! Он может уйти успел, пока мы делились. Ух ты! Вот это я хорошо их прижал. Ах ты ж, блин, вот стоял! Я его не видел, он не шевелился. Плохо. Что делать? Кстати, неплохо я их разнес. Может, вы побыстрее запомнитесь? Тихо, аккуратненько. Блин, небось, пока я выхожу за как-то за какой-то определенный радиус, может быть. Только после этого меня начинают преследовать. Черт! Он может уйти успел, пока мы телились. Да-да-да. А, нет, не перезарядка, только не сейчас. Да, блин. Где? Почему я не смог спрятаться вот здесь? Так, я видел тут только двоих. Где третий? Раз. Два, там, наверное, рядом. Третий лежит. Я не уверен. Только что и где? Сохраняться мне или нет? Я патронов, блин, не могу потратить. Здравствуйте. Что, словил пульку, да? Я слышу, они где-то там. Кто, что и где? Блин, зачем ты сменил оружие? Кроме аномалии ничего не вижу. У меня место-то есть? У меня места нет. Хорошо, ты их ему. Два патрона, да? Хорошо, винтовку в самом начале дали. Только вот патронов мне не дали. Я не понимаю, будут ходить ко мне издалека. 87, да ладно, все, перегрузка. А я-то думал, у меня вообще два патрона осталось. Что делать, а, пацаны? Что делать? Только где-то меня ждут. Где меня ждут? Или это вообще здесь меня? Я даже не вижу где. А, вот. Что-то у нас получится. А вы уже сменить надо. А, 4 патрона, блин. Чаль, там 4, тут 4. Тут, блин, тоже ничего нету. Да, это я хорошо зашел. Еще движение. Оп, вырубил. Отличненько. Хе-хе, вот так и надо было. В кустах их сжать. Они-то меня не видят, а я-то их вижу. Ух ты, блин. Нет!
Подлец! У меня последний патрон был. А, как уводит Дигла, блин. Из Дигла, блин, не пристрелиться. Та-та-та. Вижу я тебя. Ты умри. Что делать? Патрон. Эй. Ну что, он бросил конечки? Нет. По-моему, вот его башка торчит. Я же вижу, твоя башка торчит. Ой, кривой. Ой, кривой. Все мимо. Только выстрелы, все мимо. Чё, чувачки? Чай? Беда? 85 кило могу только с собой брать. О, тут еще толпа народа. Я хорошо набрал, блин, там. Не ожидал, что меня военные так сразу схватят. А я уже груженный, попёрся, блин. Шикарно, я как обычно. И патронов-то сейчас особо нет, потому что я не надеялся на такую схватку. Вот что мне брать, я не знаю. Там что, кто-то ржет? Мне кажется, о. Патрончики. Вот это хорошо к винторезу. Патрончики. Так. Что же нафиг? Вообще, кстати, забери. Тоже забери. Так. А, компонентики, отлично. Понятно, дополнительные деньги. Тихо, вилка, это оружие. Тем более наш. Сбрасывай все свое оружие. Дигла. Блин. Че так много весит это все? Выбрасывай нафиг оружие. Бросай оружие. Вставляем только. Самое нужное. Или не нужное. Нафиг я это все пру, блин. Давно потеряю сейчас. 74. Девять кило. Что у нас здесь? Я слышу, как количество народу увеличивается, приближается. Ну чё, 10 в магазине, да? Ой, в этой местности, ой, как плохо я. И хорошо. А если сейчас ещё заспавнится? Вообще круто. Мне казалось, я почти до госпиталя добежал. От военных. Это что там? Это в аномалии артефакт? Или мне кажется? Ну, реально артефакт. Забрать бы его еще. Так. Здесь прямо пройдем. Забираем. Уходим. Нет! Давай, беги домой! Сейчас там дома военные. Застанут вообще кто-то будет. Блин, приклад, конечно, такой красный, яркий. Мне очень нравится. Наши, да? Все нормально. Военные пока не напали. Ух, сейчас как мы торганем, да? Пацаны. Ой, пацаны, как мы торганем, наверное.
У меня, правда, ничего нет, скорее всего. Торговать-то нечем, я все скинул. Да, оружие, в принципе, хрень. В принципе, его не продашь. Только если чинить. Чинить дорого. Что у нас тут? Сбросить материалы? Детальки. Видел? Чувачок, ты 200 дал. Тебе вроде тоже ничего. Придет время, избранные спасутся. Монолит даст им совершенно. Сдать квест, да? Что случилось, Барс? Где ледяное пламя? Артефакт забрали военные. Это они наняли наемников, дабы захватить в плен Нибелунга. Сейчас же они подняли на воздух вертолет. Не думаю, что вертолет проблема. Наши позиции возле станции прочны, и мы без труда их отдалеем. Однако, раз ты говоришь, что артефакт у военных, то ситуация усугубляется. Военные направили вертолет не на ЧС, а сюда. Группа, которая должна принести артефакт, не знает, как им пользоваться. Они хотели бы, чтобы я показал им это. Я же сбежал, они отправили за мной погоню. Думаю, они догадываются, что ты уже здесь. Нам следует приготовиться к отражению масштабной атаки. Там мы перехватим артефакт. Ты готов? Мне нужно время. Быстрее, брат, неверные ждать не будут. Так, что-то торгануть. Фак. Торговля. СВД. Ух, хочу СВД. У меня только ПКМ. Нафиг мне тут ПКМ, блин, печенье. Придет время, избранные способности. Монолит даст им совершенство. Защита. 8000. На, держи. Значит, колбасу тоже держи. Дай мне столько, блин, запасов-то еды, чуваки. Нафига мне столько еды, я столько не ем. Подяру забери, энергетик забери. Так, тоже мелкие патроны нафиг мне. Сдались. Трабаш. Тоже забери. 36 тонн. 36 тонн. Что я могу сделать? Я бы починиться, наверное. Эй, чувак, хватит меня выталкивать. А, блин. Ремонт-модификация. Ремонт. Да. Что у нас? Термозащита или электрозащита? Радиозащита, химзащита. Давай радиозащита. Вот так вот. Здесь недорого я произошел. Ух, ремонт вообще. О, оптический прицел X5. Это вообще супер, да, хочу. Контрастность прицела. Отлично. Установка ПНВ. Автозахват цели в оптике. Лавиза позволяет выявить и локализовать источники тепла. Характеризирует кожу с человеческим телом. Так, давай ПНВ. Система захвата. Система захвата, да, давай. Сейчас супер. Отдача минус. Остильность, надежность. А, где у нас побольше... Побольше нету. Ну ладно. Сломался, чем я так. Твою силу. Начал. Твой свет. Хотите показать весь мусор. А мусора-то у меня вон. Нифига себе, я денег потратил на это. Же офигеть. Я хотел, блин, себе СВД.
А что это все? Устанавливается. Там мусор, в принципе. Да. А. Ага. Да, можно, да? Тебе можно доставать. Вот, тебе можно этот мусор сдать. О, нифига, ты хорошо берешь. Так, 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 так. Все равно какой аптечкой. Это радиация минус. Ладно, оставлюсь. Так. Я могу, собственно, ничего-то сделать. Еще такого интересного сделать. Это было, в принципе, оружие. Хорошее, более-менее зеленого уровня. Взять, набрать. Так. R3 Stellar. Говно. А вот это я возьму. Я не беру. Папа, где все мое оружие? А где все мое оружие? Правда, где его? Я его там все оставил. Да? Супер, конечно. Конечно. Круто я натворил, блин. Что делать теперь? Что делать, а мужики? Мужики! Я весь свой хабар потерял. Вспоминает. На СВДшку мне хватит. Только вот на патроны к ней не хватит. Какой толк от СВДшки? Если на нее нет патронов. 15-400 как раз, в самый раз. А вот патроны. 5-800. Ну на пачку 10 патронов хватит. Смешно. Что смешно? Это беру. Фиг с ним. Мало ли что подумает. Надо было основательно сохранить. Вот так, чтобы вот так вот прям давно не сохранялся. Что? Да. Все. Час X. Опаньки, как меня бросили. Приготовиться к сражению. Внимание, противник! Это противник? Эй, меня стреляют же. Тихо ты, ругаться по-русски. На, твои чары. Может, дальних стрелять пока что? Ну-ка, дай-ка мне СВД. Вот это будет вообще кайф. Чё? Чё у нас? Оп. Промазал, да? Оп. Попал. Сногсшибательный. Эй, чё происходит? Где мусора-то? Я не вижу. Оп. Кого вы стреляете? Я никого не вижу. Свои уже идут. Добивать их. Бедняк. Кого стреляем? Чё, по земле стреляешь? Братья, я обойду его. Нижних, да? Смоляешь. Давай берем все. Ой, да ладно, вторая волна. А я не ожидал ее как-то. Я как-то не буду ко второй волне.
Сейчас пошел лут собирать. Неловко получилось. О, патрончики. На тебе. Получай. Весело-то как. Ты будешь ликвидирован. Не надо забрать наверх. Наш брат покинул нас. Брат покинул нас. Эй, а чё это вы все стоите здесь? Ленивые. А? Чё у нас? Сколько волн-то было? Убьём его, братья. Не убивайте. Чего опять-то? Замолкли. А, это наш. Я в него чуть не попал. Здесь я в него не попал. Ну, ладно. Буду собирать, что есть. Привет! Солдать. Отлично, мы их одолели. Обалдеть. Нет, меня куда-то бросило, зря я его убил. Да? Ух, отличная работа, Барс. Неверные, все неверные уничтожены. Рад слышать, но что с артефактом? Братья обнаружили ледяное пламя на теле одного из погибших. Его отнесут к ЧС. Там он будет под надежной защитой. А это... На этом твоя миссия окончена. Монолит благодарен за оказанную ему помощь. Спасибо. Так. И... У меня же еще есть список за... Охотник за информацией. Искать секретные документы. Отдать найденные техники. Искать аномальные растения. Ну, хорошо. Пойдем гулять. Искать аномальные растения. Это что, основной квест уже так закончен? Или что-то потом будет, когда мы что-нибудь обнаружим такое интересное. Ой, свалежки. Лутаем, чуваки, жируем. Ага. Жировался. Я вижу. Так, моя. Ох ты ж, блин, я бегать не могу. Чай, беда. Сейчас все торговать-то будем-то, а, чуваки. Хорошо. Я пока что все это продам. Пока может. Оп. И вернусь обратно.